Приветствую, дорогая церковь. Когда мы читаем Писание, то оно должно касаться нашего сердца. Вот. И мой друг написал стих, и я его хочу сейчас рассказать. Нам часто хочется, чтобы было все и сразу. Не хочется сидеть и Бога ждать. И все, что оказалось по нраву глазу, в одно мгновение тут же получать. Не хочется нам тратить лишние мгновения, жить в неизвестности, в доверии Христу, зачем-то проявлять несносное терпение и вечным заполнять родную пустоту. Уж лучше тут, сейчас и сразу ухватиться, забрать в охапку, вырвать, унести, чем, доверяя Богу, вновь смириться и в нем покой и радость обрести. Но Божий мир ценнее всякого бальзама, от расплавления душу может оградить, и словно ниточки Господнего вольфрама помочь при большем напряжении ярче засветить.